Димитровградскому отделению Союза пенсионеров России исполнилось 15 лет. Торжественное собрание по этому случаю прошло в Центре культуры и досуга «Восход». Сегодня общероссийская общественная организация пенсионеров насчитывает в Димитровграде около 1000 активных участников. У истоков ее создания стоял руководитель управления пенсионного фонда в Димитровграде Михаил Дружинин. Первым председателем городского отделения Союза пенсионеров стала Людмила Кулигина. Сейчас организацию возглавляет Лидия Борисова. Главная задача Союза пенсионеров – оказывать содействие людям серебряного возраста, вести активный образ жизни. Эта задача в нашем городе успешно решается совместно с Центром доверия и Университетом пожилого человека «София». Виновников торжества поздравила с праздником от имени и по поручению главы города Богдана Павленко его заместитель Людмила Шишкина. Союз пенсионеров – одно из самых активных в городе общественных объединений, члены которого – люди неравнодушные, деятельные, полные боевого молодого задора и энтузиазма. На счету Союза пенсионеров немало добрых и славных дел на благо города и горожан. Спасибо вам, дорогие ветераны! Активные участники Димитровградского отделения Союза пенсионеров России были награждены благодарственными письмами главы города. Сегодня местное отделение Союза пенсионеров России в городе Димитровграде является самым крупным, самым большим местным отделением, самым активным участником во всех областных мероприятиях, которые занимают все призовые места. Председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Александр Чернышев наградил почетной грамотой руководителя Димитровградского отделения Лидию Борисову и пожелал ей дальнейших успехов в работе. Общим подарком для всех стал концерт городских творческих коллективов.